Военнослужащие комиссариата в Брестской области собираются ежегодно 8 апреля. Мероприятие традиционно начинается с возложения венка к мемориальной доске на здании бывшего облвоенкомата по улице Дзержинского. Нынешнее поколение военнослужащих чтит историю и помнит подвиг своих предшественников. Я с полной уверенностью готов сказать, что если, не дай бог, конечно, начнется какое-то противостояние, не дай бог, боевые действия, то все наши военные комиссары и все работники военных комиссаров, офицеры, прапорщики и гражданский персонал, все как один возьмут оружие в руки и будут защищать свою землю, свою страну, свой народ. И те результаты, которые показывают сегодня наши военные комиссариаты, они это подтверждают. В последние годы престиж белорусской армии возрос. Это подтверждает тот факт, что многие молодые люди все же стремятся попасть на службу, получить необходимый опыт и знания. Проводником на этом пути для них становятся, как и много лет назад, военные комиссариаты. Мы сегодня лучшие, мы сегодня флагманы, сегодня на нас равняются. Сегодня мы подаем пример для всех остальных, как нужно действовать, как можно действовать. Мы сегодня очень много инноваций приносим в деятельность военных комиссариатов. И это на самом деле дорогого стоит, это работа и заслуга всех тех, кто сегодня трудится в военных комиссариатах. На мой взгляд, патриот, в общем понимании патриот какой-то общественной организации или какого-то клуба или чего-то, и государства в том числе, ну, разного уровня, это человек, который безусловно предан вот своему этому объекту или организации, то есть независимо, на подъеме находится или с какими-то трудностями встречается, он всегда предан, и если есть достижения, он гордится этими достижениями, а если есть недостатки, он пытается их устранить. Каждый, кто осознанно связывает свою жизнь с армией, должен не только понимать, какие задачи ему предстоит решать, но и знать историю своей страны и помнить о долге, порученном ему родиной. Солдат или офицер знает, для чего он на своем месте, и что в первую очередь он ставит перед собой интересы своей страны и граждан.